Архитекторов кто-то метко назвал творцами застывшей музыки. Без нее проектирование центра хореографии никак, соглашается молодой архитектор. В проекте предусмотрена не только культурно-массовая часть здания, но и также административная гостиничная. То есть люди из разных регионов, из разных городов могут приезжать на соревнования. Такого слаженного дуэта музы и быта точно нигде не встретишь, с гордостью говорит автор и продолжает. Гостиница не единственный комплимент тем, для кого танцы до упаду – часть жизни. Танцорам будет где отдохнуть. Выставочный зал вместе с зимним садом для того, чтобы танцоры после тяжелого трудового дня, допустим, они могли расслабиться, пойти отдохнуть. За творческим движением одаренной дипломницы во все глаза следило одно очень известное в городе агентство недвижимости. И еще задолго до получения диплома пригласила молодого специалиста. Но не на танец, а к Кульману. Предложила солидную должность инженера. От предложения Елена отказалась, мол, поищу что-нибудь более ритмичное. Охоту за головами объявили не только частные компании. На вручение диплома пришел руководитель градостроительного блока горадминистрации. Большой дефицит высококлассных специалистов в городе, и мы с этим сталкиваемся постоянно, потому что архитекторов до сегодняшнего года в городе Оле не выпускали. И я уверен, что эти 25 человек, которые сегодня выпускают, найдут достойное место в жизни и нашего города. Ожидания представителей городской администрации вполне оправдались. Большинство предложенных дипломных проектов носили, что называется, социальный характер. Начинающие архитекторы подарили городу проекты детских садов, школ и даже реабилитационных центров для инвалидов.